Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, что у нас по событиям? Давай глянем с тобой. Ага, у нас есть два события, но я не смогу их использовать, потому что, ребята, ранний доступ пока идет. Это только для драконьих наездников. И нужно ждать тут 6 часов еще подождать. А тут целый день. Так что пока без этого. Ладно, будет сегодня тогда просто арена. Ну что, давай посмотрим, что нам Беззубик принес. Ну, 2 миллиона древесины. Никак он мне не хочет доставать того дракончика, за которым я его отправляю. Давай тогда, наверное, сразу отправим его на поиски. Пускай летит. А ищем мы с тобой Громилёда. Уже, кстати, долго мы его ищем. Уже не одна неделя, ребята, он мне никак не может принести. Но это все потому, что я его отправляю бесплатно. И, соответственно, там всего лишь одна ячейка. Но мне тратить руны, тем более 251 штуку, ну жалко, ребят. Ну, серьезно, руны очень тяжело нам даются. И как бы будем пытаться поймать бесплатно. Так, здесь забираем древесину. Водорез, а почему ты у меня ничего не добываешь, а? Вот жук. Так, давай-ка за древесиной лети. Потому что с рыбой у нас, по-моему, пока проблем никаких нету. Да, нам нужно очень-очень много древесины. Так, здесь у нас янтарь блестящий сделался. Понятно. Тусклого не хватает. Так, ну что, я прокачал, друзья мои, лохань, дровницу. То есть теперь у нас максимальное количество 500. А для того, чтобы открыть новую территорию... Кстати, подожди, я, по-моему, друзья мои, активировал. Но тут, ой, еще 5 дней, 19 часов ждать. Это чтобы открылась у нас вот эта территория. Долго. Так, а этот у меня что? Ну-ка, посмотрим. Ну, конечно же, фиг попадешь. Ох ты, неплохо. Так, ладно. Давай, иди дальше, обучайся. Так, здесь заберем 11 миллионов древесины, неплохо. Так, ладно, тебя-то что мы не отпускаем никуда? Давай лети за древесиной тоже. Сидит тут на халяву. Так, тут почти 3 миллиона древесины, тоже пускай летит. Заберем с тобой рыбу и отправим его. Да, он пускай за рыбой летит. Так, друзья мои, что у нас тут еще интересного есть? Ага, ну-ка. Да мне кажется, фиг мы попадем, да? Или... Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Блин, вот с прокачкой, ребята, на самом деле, вот чтобы перевести их в титаны, очень проблематично. Они до последнего не дают мне шанса такого, чтобы я сразу их перевел. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Бесплатный пак забираем. Так, монетки Одина. Кстати, их можно уже потратить. В принципе, у нас достаточное количество. Так, еще 5 карточек, и мы с тобой можем улучшить нашего ужасного чудовища. Так, шепот смерти, водорез и капелька ресурсов. Ну и сразу открываем с тобой рекламный пак. Монеты Одина в копилку. А здесь нам достается кошмарный пристеголов. Шипорез, лаварык и опять же ресурсы. Так, а здесь у нас закончилось, да? Да, друзья мои, наконец-то мы можем дальше прокачивать наших драконов, это круто. Так, давай-ка освежим память, сколько и чего нам нужно. Нам нужно с тобой 10 драконов 85 уровня. 10 драконов. Кого бы отправить-то мне? Ну-ка. Обучить. Пускай летит. 33 миллиона древесины тратим мы на это. Ты как желаешь обучиться? Конечно, желает. Трындец, древесина только в путь улетает у нас. Да. 36 миллионов. А здесь сколько? А здесь всего лишь 12. Давай, лети.
Так, у нас, по-моему, одна ячейка остается, да? Да, одна ячейка. Так. Не понял, а, его нужно вернуть. Ну, тут 15 миллионов. Пускай тоже летит, тогда и обучается. Окей. Допустим, так сделаем с тобой. Теперь давай посмотрим, что наши легендарные драконы принесли. Так, опять листочек плюс янтарь. Листочек и янтарь. Ну, а ты что? Понятно, ничего хорошего. Ну, допустим. Здесь я заберу, наверное, рыбу. Я ведь могу ее... А, он у нас... Ты хочешь сказать, что у меня все забито? Ну, допустим. Так, здесь у нас пак обычный. Уже... Блин, чуть-чуть не хватило, а? Буквально одной карточки. Ё-моё. Ну что ж, давай заберем тогда здесь награды наши. Так, тусклый янтарь. Опять. Тусклый янтарь плюс 5 рун. Ага, и бабочки. 100 штук. Давай, забирай. Здесь и здесь. Теперь быстренько с тобой перебегаем в магазин. Нет, 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 не сюда, не в этот магазин. Не в руны, а в монеты. Давай посмотрим. У нас с тобой 373 монеты. Детеныш Грамгильды. Набор классический. Так. Содержит героических. Но здесь нужно 580. А что у нас дается, например, вот в этом паке? Давай просто глянем. Ага. Блин, Буйвол Лорд у нас, по-моему, есть. Один, да? Судноглот тоже есть. Скорожал, кажись, тоже есть. Нету вот у нас детеныша Барса и Вепря. Мудрокрыл и Королевский Огнеед. Давай рискнем. Я хочу сделать покупку. Посмотрим. Так, руны, 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 руны и судноглот. Да, друзья мои, он у меня уже есть. Если я его отпущу, 24 миллиона рыбы. Так, я его пока не буду отпускать, потому что у нас, во-первых, с тобой есть рыба. Как говорится, 500 миллионов у нас есть, поэтому, ну, нет, ребят, смысла его отпускать. Потому что эта рыба просто-напросто прогорит. Она не пойдет к нам в копилку. Так, где мои драконы? Что вы мне принесли? Давай посмотрим. Так, общий враг. Бесплатно лети. Кривоклык достает нам тусклый янтарь. 84 штуки. Конечно, это мало. Пускай летит дальше. Барсик, ты что нам? Принесешь руны. Это хорошо, но мы его дальше отправляем. Сначала огонь. И сарделька достает нам яйцо. Так. Оставьте Дагура. Пускай летит туда. Ну что, вроде бы здесь все сделали, да? Все, что я смог, я забрал. Озадачил их, так сказать. Так, тут у нас... Ага, вот это я обменяю. И все, 1200 у нас рун. Мы если накопим с вами 3500, мы сможем открыть... Ребят, мы сможем открыть с вами вот эту территорию. Если я не ошибаюсь, тут нужно 3500. Да. Это гора Валки. Открывается только за руны. Территория не очень, конечно, большая, но здесь можно будет добывать древесину. Ладушки, хорошо, предположим. А здесь? Здесь вообще недоступно. Ух ты, подожди-ка. 350 миллионов древесины. Так, ну что, друзья мои, есть стимул открыть вот эту территорию. 350 миллионов древесины. У меня пока 40 миллионов. Ну что, будем копить.
будем копить. Не знаю, правда, каким образом копить. У нас события будут только лишь спустя, первое событие спустя 6 часов, да? Ох, ничего себе. 225 миллионов рыбы. Если я сейчас заберу, это пойдет ко мне в копилку? По-моему, пошло, да? Да, ребята. Но здесь почему-то 52 миллиона. А, видимо, то, что здесь еще потрачено было. Наверное, так. Ну что, теперь нам остается идти только лишь на арену. Большего здесь делать нам нечего. Поехали. Как видишь, у меня Барс и Вепрь, Кривоклык и Штармарьез. Сегодня мы должны, ну, попытаемся набить с тобой два пака вождя. Вскрыть, может быть, нам достанется ужасное чудовище, да, один пак, и мы с тобой сможем все-таки его прапать. А начинаем мы вот с этого ханорика. Так, тут тройной удар, ну, естественно, костолом. Опа. Замечательно, давай еще ты сюда бомбани, и все, и это будет... Нет, он начал бомбить Штормореза. Эть. И добиваем. Так, тройную... Сейчас будет массовая атака, верно? Ух. Твою дивизию, ну зачем ты, блин, ушатал? Слушай, давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Раз. Два. Как думаешь, мы здесь выиграем, а? Я пока не знаю. Но шанс есть, кстати. И очень... Блин. Надо, наверное, вот так вот сделаем. А этот опять свой разбег сейчас будет делать. Только бы он не по Кривоклыку бомбанул. Не хочу, чтобы он его оглушал. Окей. Теперь делаем вот так с тобой. И понижаем ему защиту. Слушай, я думаю, мы здесь победим. Укус. Плюс мы с тобой сделаем. Хотя, подожди. Вот так лучше, наверное. Ай-яй-яй. Ну, ничего страшного. Он нам повреждения не наносит, а мы его добиваем. И получается, что первая победа у нас. Я думаю, что сегодня вечером есть резон зайти в эту игру и пройти все-таки то самое событие, которое будет через 6 часов доступно. Потому что мне нужна древесина. Сам видел, да? 350 миллионов. А где ее зарабатывать очень хорошо? Естественно, на событиях. Так. Что ты будешь делать? Понятно. Ну, мы с тобой уничтожаем душителя. Так, а здесь, наверное, будем все-таки теперь брать. Стоп. Подожди секунду. Блин. Он же сейчас 100% сделает заморозку. Я больше чем уверен. Ну, да. Он все-таки решил ее сделать. Плохо. Ох, ё. Хорошо, сюда не попал, ну, кстати. Блин, надо его ушатывать быстрее. Блин. Он, ребят, специально делает так. Вот жучара, а. Я его все-таки попробую добить. Давай, давай, давай. Только не уничтожь меня. Отлично. Да ну хорош, блин. Эй, ребят, ну это что за фигня, блин? Все, крышка нам. Нам тут крышка, ребят. Обалдеть, как так он? Почему он два раза ходил, а? Я не знаю. Такого быть не должно, чтобы... Ветрокрыл сходил два раза. Это жесть какая-то. Ладно, будем мстить. Правда, эти ребята ни в чем не виноваты, но весь гнев выйдет именно на них. Так, сейчас массовую атаку сделаем, да? Ну, естественно, что-то они тут вообще раздухарились. Что за дела, я не могу понять. Этот сейчас свой фаербол, наверное, зарядит. На трех энергиях. И этого уничтожит, естественно. Я в шоке, если честно, ребят. Чё за бред? Чё за бредятина, а?
Ну, этот уничтожит, понятное дело. Штормореза мне. Ну и что нам тут остается делать? Да ничего. Давайте друг друга кусайте там. Давай фаербол свой мощный заряжай. Вот он не стал делать этого, а? И опять мы проиграли, получается. Потому что этот сейчас уничтожит своей суператакой. Ну, в любом случае. А, ну он добьет его сейчас, кстати. Но я-то не добью этого. Что за дела? Вообще, ребята, не фартит почему-то. Второй бой к ряду я проигрываю. Я все время, ребята, думал, что этот нам будет помогать на отхиле. А он ни шиша не работает. То есть энергии как бы не хватает. Вот в чем проблема вся. Начинается у них, а вот эта вот дурка. Ну ты-то что сейчас будешь делать? Ну естественно. Вот начнут кого-то бомбить, у кого мало здоровья, того и бомбят. Это как в этих, в черепашках, в легендах. Как у кого-нибудь только видят, что мало здоровья, начинают сразу его атаковать. Все, ему крышка, 100% тебе говорю, ничего уже тут нам не поможет. Они его запинают. А мы тогда будем с тобой пинать вот этого двухголового престиголового. Угу. Запинали прям нет сил. Он еще и, смотри, защиту на него повесил. Так, мы его сейчас уничтожим. На тебе. Ну что ты будешь там делать? Все, тебе крышка в любом случае. Сделаем так, плюс слепоту. Ну и все. Дальше нам просто остается его разобрать. Укусик. Он 14 уровня, он зеленый. Почему мой кривоклык так его слабо бомбит, а? Что опять не то? Он красный, он должен атаковать его, ну, в разы сильнее. А мы просто его щекочем. Ладно, добиваем. Прекрасно. Вторая победа всего лишь. Вот мы с тобой и заработали на первый пак вождя. Крылатый ужас, костолом, шепот смерти, кревет, водорез и беззубик. Две карточки. Блин, а ужасное чудовище мне не дали. Ну и как ты видишь, у нас с тобой два обычных пака выпало. Ну что, погнали за вторым. За вторым паком вождя. Ох ты, все синие. Ничего себе. Все синие, все противные, да? Так, ну что, начнем с этого. С шипореза. Погнали. Так, синие, против них очень хорошо Барсик. Допустим. Так, раз, два, три, они сейчас втроем ходят. Ну. А этот бафать будет? Нет. Не стал он бафать. Отличненько. Погнали. Почему этот нанес офигенный, ребята, урон? Потому что он фиолетовый, как раз против синих. Поэтому массовая атака очень хорошо здесь бомбанула. Ох, какой ты красавчик. О, молодец. Накосе. Так, слепота, срочно. Вот и все. А дальше его ничего, ребят, здесь не спасет. Но тут хорошо у нас получилось. Угу, здесь у нас сарделька 16 уровня. Опять же, два фиолетовых. А против фиолетовых хорошо идет зеленая, но у нас нету стражи ни одного причем. Ну что, они будут бар... А, я думал, они барсик будут разбирать мне. Допустим. Сделаем так, добьем. Так, сарделька, что будет делать? Понял. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Пока, барсик. В любом случае ему крышка, потому что отравление повесил. Ну а ты кого?
Все, я понял. Так, добиваем. И переключаемся уже с тобой на сардельку. Понижаем броню. Нет, нет. Тебе здесь уже ничего не поможет, сарделька. С пониженной броней плюс слепота. Тут все, тебе крышка. Тут ты попал. Ну что, добивай его. Ну, тут намного лучше у нас идут поединки. Так, 16 уровень, 16 и 15. Как нам лучше сделать-то тут? Ну, наверное, с громобоя начнем, скорее всего, да? Тройной удар, конечно, меня тоже не радует здесь. Совсем не радует. Так, ну, давай, трать энергию. Молодец, красавчик. Чтобы этому не досталось. Отлично. Так, теперь берем с тобой тройного удара. Барсика, наверное, уничтожит сейчас. Плохо. А успеем ли мы с тобой... Ох, сейчас делает массовую, ребята, атаку. Ё-моё. Ты, блин, издеваешься, что ли? Я не пойму, а? Так, кого он там? Понял. Успели мы уничтожить. Так, теперь, конечно, давай попробуем отхиляться с тобой. А он сейчас фаерболы будет выпускать, нет? Ха. Странно. Давай еще тогда хильнемся. Очень удивительно. Ребята, обычно они фаерболы сразу выпускают. Ну, как знаешь. Ну вот и второй пак вождям с тобой заработали. Итак, шипорез, лаварык, шепот смерти, костолом, громль, вострозуб, змеевик, кнут и пруд. Да. Не дали мне карточку на ужасное чудовище. Я думал, что мы его все-таки прокачаем сегодня. Но нет. Сказали, перебьешься. Ладно, нам ничего не остается, как ждать вечера и вечером попробовать все-таки пойти на событие. Вот на это. Нет, вот на это. Да. Это у нас подготовка. Статистические данные. Вот даже как. 6 часов подождать надо. Это как раз будет где-то вечером. Да. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.